Родственников лучше любить издалека. Здравствуйте, ага. Здравствуй. А ваш родственник? Наш? Ты думаешь, он к нам в гости приехал? Он учиться будет в математической школе. Закончит школу, женится, дети пойдут, потом родственники приедут. Я ему сейчас все выскажу. Папа, мама зовет. Ты что-то хотела сказать? Садитесь за стол. Особенно, если они не твои. Родственничек. Напиши, что ты ушел жить к другим родственникам. Я ваш родственник. Приезжайте в гости. Мы теперь с вами вроде родственники. Самая уморительная комедия на телеканале Ель-Арна.